В ефірі «Лайв-студія» продовжуємо обговорення звернення одеських народних депутатів до Верховної Ради із вимогою створити спеціальну слідчу комісію задля розслідування неправомірних дій мера Одеси Геннадія Труханова. На зв'язку із нами народний депутат Олександр Горенюк. Олександр, вітаю вас. Добрий день, Одеса, добрий день. Тож сьогодні пролунав гучний заклик від представників Одеси у стінах парламенту. Чому саме зараз ви вимагаєте створити відповідну слідчу комісію? Чому прямо зараз? Вчора в Одесі був пожар. Пожар, кстати, в домі, який був реконструйований, починений, отремонтований за счет денег Одеського городського совету. Тобто за счет за наші з вами деньги. На прошлой неділі в Одесі був пожар. В прошлом году в Одессе был пожар. Пожар, вот последний, который я упомянул, он унес в жизни очень большого количества одесситов. В Одессе очень большое количество пожаров происходит. Это, наверное, европейская столица пожаров. Мне кажется, это самая основная оценка, которая может быть дана текущему руководству города. В Одессе проблемы с общественным транспортом. В Одессе гибнут дети просто-напросто из-за того, на дорогах. Просто-напросто из-за того, что нету пешеходных дорожек, даже не пешеходных переходов. По этим дорогам ездят фуры. И знаете, что делает городская власть, когда по дорогам ездят фуры? Она решает строить не пешеходные дорожки, она строит сверху такой вот в стиле Голливуда надпись «Живахова гора». Вы все знаете прекрасно этот кейс. В Одессе большие проблемы с лифтами. Программа с лифтами заканчивается. В 2020 году, то есть в этом году, хотя на самом деле огромное количество лифтов сейчас не действует. В Одессе грязное море, в Одессе завоеванные пляжи, и они сейчас доступны только элитам. В Одессе самое, что есть у нас, ценная земля и одесситы. Вот, Одесса очень сильно за 5 лет застроена. По сути, я считаю, что это можно классифицировать, наверное, это пока не правовая категория. Вот, лично моя оценка – это бетонный терроризм. Бетонный терроризм – это серьезное преступление против памяти города, против жителей города, против его истории, потому что стираются памятники архитектуры. Я до этого занимался и сейчас занимаюсь архитектурой, урбанистикой, мне это интересно. И вы знаете, ничто не фиксирует так время и историю, как архитектура. Вот пирамиды фиксируют историю Древнего Египта, а все, что есть история в Одессе, оперный театр, фасады, вот исторический центр – это про историю Одессы. И у нас сейчас история системно уничтожается. Все это совокупность действий или бездеятельности Одесского городского совета и, в первую очередь, Одесского городского головы Геннадия Труханова. Конечно, они все за это должны отвечать. Для того, чтобы сейчас разобраться в этих делах, мы создали временную следственную комиссию Верховной Рады Украины, в которой присутствуют одесситы. Я являюсь заместителем головы этой временной следственной комиссии, в которой мы будем расследовать факты нарушения законов Украины и Конституции Украины Одесским городским головой Геннадием Трухановым. Олександр, ви вважаєте ефективним важливим дію такої комісії задля того, щоб вирішити хоча б якісь проблеми нашого міста? Чи сьогодні парламент і взаємодія депутатів із місцевою владою можуть щось вирішувати? Это те полномочия, которые предусмотрены для депутатов, собственно, законами Украины. Это процесс, который позволит разобраться. Это процесс, который позволит принимать позитивные решения в пользу города и вынести вердикт. Есть огромное количество материалов по большому количеству дел, которые стоит расследовать. И очень важно, что мы это хотим расследовать не за закрытыми шторками. Мы хотим сделать это публично. Мы хотим, чтобы Одесса знала, чтобы одесситы знали, что на самом деле происходит. Сколько лифтов можно было установить, если бы конкурсы и тендера проводились бы честно. Сколько бы людей годами бы не поднимались на 9 этажи там, в Суворовском, Киевском или любом другом районе, если бы власть работала честно. Вот поэтому я думаю, что мы сможем добиться каких-то изменений. Но в первую очередь, самые классные, главные изменения должны произойти после выборов. Вы это сами прекрасно лучше меня знаете. Олександре, а як саме буде виглядати робота комісії? Сейчас йде підготовительний етап. Сьогодні ми збираємо учасників цієї комісії. Согласно регламенту і согласно закону, в комісію повинні войти представники всіх депутатських фракцій. Тобто рішення комісії, вони будуть збалансовані і представляти позицію всіх фракцій, які представлені в українському парламенті.
После этого, ну, для того, чтобы до этого дойти, мы сейчас рассылаем письма всем фракциям и, собственно, будем принимать участников с других фракций. После этого, до конца недели, я думаю, что постанова о составе и принятии решения под этой ТСК будет у главы правительства Дмитрия Александровича Разумкова. После того, как он завизирует ее, она будет вынесена в зал и проголосована. И уже после этого мы анонсируем там первые наши дальнейшие действия, первые публичные действия, и как мы видим в целом работу, как мы видим взаимодействие с общественными организациями, где нам нужна будет, правда, нужна их поддержка. Олександре, я знаю, що ви і депутати, ваші колеги-одесити, намагалися спершу налагоджувати контакт з міською владою Одеси, даби вирішувати проблеми конкретних одеситів, з якими ви зустрічаєтеся під час прийомів у нашому місті. Але, наскільки я знаю, не вдавалося цього зробити. Наразі як справи йдуть з комунікацією з міськими департаментами і, власне, з мером Одеси? І чи не є створення комісії таким вже, ну, криком зневіри через те, що цієї комунікації просто не існує? Сейчас я не верю на самом деле, что они готовы принимать какие-то позитивные решения. Ими была предпринята совершенно другая тактика. Поскольку это территория города, мы занимались какими-то идеями, которые мы обещали во время выборов. Это развязки, это выделенная полоса общественного транспорта, это те же самые автобусы, которые мы запускали. И поскольку это территория города, они и у них есть большое количество там медиаресурсов, СМИ и так далее, мы что делаем? Мы начинаем какой-то процесс. Ну, например, в сентябре мы начали процесс разработки выделенной полосы для движения общественного транспорта по Суворовскому району. От Пересыпи до 7-й Пересыпской, от 7-й Пересыпской до Молодой Гвардии и дальше по Семенополя. Мы этим занимались. Мы провели 3 месяца. В результате 3 месяцев у нас было 3 варианта, которые мы готовы были обсуждать с жителями, которые мы публично опубликовали и ждали предложения, рекомендаций, собственно, от тех, кто этой дорогой будет пользоваться, от одесситов. Мы собрали полноценную группу, подготовились к транспортному моделированию. В общем, мы за 3 месяца проделали огромное количество работы. И в итоге, когда мы говорим, что давайте, пожалуйста, включите эти проекты в работу, пожалуйста, там, включите одесситов в обсуждение, они говорят, ну почему так должно быть, почему мы должны включать, это наш город, мы тут власть, мы не будем, мы, вопреки вам, даже если у вас позитивная позиция, мы вас слушать не будем, мы сделаем все по-своему. Именно поэтому мы не видим одесситов, участвующих в обсуждении, нормальном обсуждении публичном, выделенной полосы, хотя это важный для города вопрос, это 8 километров дороги в Суворовском районе. Вот вам просто... Дякую, Олександре. Ну, взагалі-то така ситуація з багатьма питаннями, зокрема і з питаннями незаконної забудови. Ваш колега Артем Дмитрук часто скажеться на відсутність будь-якої реакції на незаконні дії забудовників з боку мерії, хоча депутат до цього закликає. Тож, дякую вам, будемо слідкувати за подальшими подіями у Раді щодо створення такої комісії з розслідування неправомірних дій мера Геннадія Труханова. Це був Олександр Горенюк, скайпом народний депутат України прямо із Києва. Дякую.